Уважаемые члены ученого совета, уважаемые коллеги, начинаем наше заседание. У нас сегодня в гостях статс-секретарь Министерства науки и образования Петр Александрович Кучеренко. Добро пожаловать, Петр Александрович, вы у нас первый раз. Поэтому я несколько слов скажу об институте. Ну, наш Национальный исследовательский институт Имамова имени Примакова все 65 лет своей истории фокусирует исследования на ключевых внешних вызовах и угрозах для России. Но откликаясь на текущую повестку, скажу, что мы достаточно плотно занимались украинским кризисом, начиная с 2014 года. Эти события привели нас к решению о создании Центра постсоветских исследований, что значительно расширила и создала наши новые компетенции. Мы активно работали по второму треку, пытаясь как бы выйти из острейшего кризиса европейской безопасности. Последние наши предложения были опубликованы в начале февраля. К сожалению, они не получили адекватного ответа из Вашингтона. Но естественно, что начало специальной военной операции резко изменило наши научные приоритеты. Очевидно, что усилилась прикладная тематика. Она включает сегодня оптимизацию политики импортной независимости страны, разработку контрсанкционной финансовой инфраструктуры, трансформацию энергетики с учетом стресс-тестов со стороны энергетического перехода, сырьевого суперцикла, новой географии рынков и многие другие направления экономических исследований. Азия и прежде всего китаеведение и, конечно, изучение Индии, по которому у нас сильные научные школы, оказались еще больше востребованы. Летом у нас в гостях побывал министр иностранных дел Индии доктор Джайшанкар. А сегодня у нас будет доклад по индийской внешней оборонной политике. Новая структура относительно в нашем институте, которая создана благодаря поддержке министерства, это лаборатория Центр ближневосточных исследований, также работают на полную мощность. В фокусе сегодня уроки и проблемы регуляторных подходов Ирана к так называемой экономике сопротивления. Безусловно, мы внимательно следим за многофакторной и сверхпрагматичной политикой Турции, за динамичными событиями в Персидском заливе. В декабре мы провели круглый стол в Дамаске с сирийскими экспертами. Но очевидно, что каждое событие имеет свое начало и свой конец, поэтому европейские и американские исследования также не выпадают из поля нашего внимания, особенно в свете бумеранга санкций для Европейского Союза, выборов во Франции и Соединенных Штатах. Очевидно, что анализ вызовов глобальной стратегической стабильности остается нашим важнейшим направлением. Но, как вы видите, у нас много-много молодежи. Я хотел бы вам представить Заура Мамедьярова. Заур, покажись, пожалуйста. Заур Мамедьяров, он победитель конкурса лидеров России в номинации «Наука». И он единственный из сотрудников тех институтов, название которых присутствует аббревиатура РАН. Но несколько слов по текущим делам. Вы знаете, что я являюсь председателем Координационного совета по реализации стратегии научно-технического развития. У нас был очень неудачный выбор базовой организации. К счастью, министерство разорвало с ними контракт. Федеральная антимонопольная служба признала эту организацию недобросовестным поставщиком. Как только мы от нее избавились, мы провели заседание Координационного совета своими силами, и мы были бы признательны министерству за то, чтобы не затягивать с новым конкурсом на базовую организацию. Скажу, что в этом здании мы работаем 45 лет. Мы оказались в состоянии сохранять и развивать научные школы, социальный и человеческий капитал института. Но здание, естественно, амортизируется, так же, как и наш компьютерный парк. И министерство нас поддерживает, но мы были бы признательны за то, чтобы министерство обратило внимание на возраст нашего здания, которого мы из последних сил поддерживаем, на мой взгляд, более-менее приличном состоянии.
Ну, это, пожалуй, все, что я хотел сказать. Петр Александрович, пожалуйста. Спасибо большое. Уважаемые члены ученого совета, позвольте от имени министерства выразить вам искреннюю признательность и благодарность за то, что в последние два ковидных года вам удалось сохранить высокий уровень научных разработок и исследований. Это особо ценно и особо понимается в тот сложный период, в который вступила наша страна, учитывая небывалое санкционное давление, которое идет от разных, со стороны разных стран. В основном, конечно, это США и, ну, как вы все знаете, их сателлиты. Поэтому мы рассчитываем на то, что ваши исследования сегодня помогут не только в теоретической области, но и в прикладной сфере. Что касается озвученных пожеланий, я готов их, соответственно, донести до наших, до своих профильных коллег и думаю, что мы найдем форму помощи и поддержки. Отдельно хочу поблагодарить вас за поддержку представителей трека «Наука» конкурса лидеров России, потому что самое сложное в этой сфере – это найти, опять же, применение тому высокому интеллектуальному уровню, который продемонстрируют победители. И очень здорово, что такое применение нашлось в стенах вашего института. Я думаю, что отрадно всем вам и мне, конечно, в том числе, находиться в помещении с очным режимом проведения мероприятия, потому что за эти два года мы, наверное, все соскучились по обычному живому общению, потому что экран не может заменить того интереса, той эмоциональной составляющей, которую дают личное общение. Поэтому пожелаю вам новых успехов, благополучия и всего самого доброго. Спасибо. Спасибо, Петр Александрович. Ну, я думаю, мы сейчас перейдем к самой приятной части нашего заседания. Вот, значит, Петр Александрович приехал не с пустыми руками. Мы сейчас проведем награждение. Не работает. Мы сейчас проведем награждение наших сотрудников медалями министерства. Это, в общем, достаточно высокая и почетная награда. Федор, кто у нас будет, как бы? Мы тогда попросим сейчас Петра Александровича пройти туда, к трибуне. Людмила будет объявлять. И Людмила, с места можно, с места, оттуда. Вот, и, соответственно, наших сотрудников мы будем приглашать. Я хотел бы сказать еще два слова буквально. То, что те люди, которых сегодня будут награждать, это люди, которые очень много делают и для фундаментальной работы исследовательского института, и для организационной работы, и для прикладной аналитической работы. Вот это люди, на которых очень многое держится в институте. Пожалуйста, Людмила. Ведомственными наградами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации награждаются Варнавский Владимир Гаврилович, доктор экономических наук, заведующий сектором проблем структурной политики и конкурентоспособности Центра промышленных инвестиционных исследований института, председатель профсоюза института, награждается медалью за вклад в реализацию государственной политики в области научно-технологического развития, за значительные заслуги и вклад в развитие государственной политики в сфере научной деятельности и многолетний добросовестный труд. Вы знаете, друзья, академик Арцемович в 60-е годы сказал: «Наука находится на ладони у государства и согревается теплом этой ладони». Какая точная, емкая и меткая фраза выдающегося физика-ядерщика. И она находит свое подтверждение полностью. И сейчас, когда часть наших сотрудников заслуженных награждаются ведомственными или государственными наградами Российской Федерации. Спасибо.
награждается Войталовский Федор Генрихович. Член-корреспондент РАН, доктор политических наук, профессор РАН, директор ММО, награждается медалью за вклад в реализацию государственной политики в области научно-технологического развития за значительные заслуги в сфере науки и многолетний добросовестный труд. Спасибо. Уважаемый Петр Александрович, уважаемые коллеги, ну, для меня большая честь, и было сюрпризом, когда министерство прислало соответствующее уведомление. Но я могу сказать, что это награда не только мне, это награда всему коллективу института. Я хотел бы отметить, что наш институт не только ведет фундаментальные исследования, но ведет очень серьезную прикладную аналитическую работу в интересах органов государственной власти, в национальных интересах Российской Федерации. В год это больше 100 аналитических записок мы делаем по различным проблемам мировой экономики, политики, международной безопасности. Вот, я очень признателен министерству за то, что наши заслуги сегодня так отмечены. Я бы хотел обратить внимание на то, что даже когда у института был юбилей, нас так не награждали и не поздравляли. Я очень рад за всех коллег и товарищей. Спасибо большое. Награждается Иванова Наталья Ивановна. Академик РАН, доктор экономических наук, профессор, руководитель научного направления института. Награждается медалью за вклад в реализацию государственной политики в области научно-технологического развития, за значительные заслуги и вклад в развитие государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере научной деятельности и за многолетний добросовестный труд. Прожив довольно большую жизнь, большая часть которой прошла в ММО, хочу сказать, что наука – это лучшее, что есть у нас в жизни. Желаю, чтобы особенно наша молодежь пришла к этому, но к моему возрасту или еще больше. Слава науке! Награждается Карлова Татьяна Александровна. Ученый-секретарь ММО. Заведующий сектором планирования и организации научных исследований института. Награждается медалью за вклад в реализацию государственной политики в области научно-технологического развития, за значительные заслуги и вклад в развитие государственной политики в сфере научной деятельности и за многолетний добросовестный труд. Награждается Мочевариани Гиви Ираклиевич. Заведующий сектором прогнозирования мировой экономики и политики Центра прогнозных исследований института. Гиви Ираклиевичу присвоено почетное звание «Почетный работник науки и высоких технологий Российской Федерации» за значительные заслуги и вклад в развитие государственной политики в сфере научной деятельности и многолетний добросовестный труд. Я тоже пару слов скажу, воспользуюсь присутствием статс-секретаря, и как раз к вам хочу обратиться. Очень коротко. Первое. Во все годы существования и советской власти, и много, и долго в постсоветское время, наука выделялась отдельной строкой у нас и в бюджете, и в статистике. Примерно 8 лет назад все это ликвидировано. Науки нет, она спрятана в социальных расходах. Соответственно, тут всякие могут быть оценки на то, о том, сколько и куда уходит, какое финансирование куда уходит. Почему я это говорю? Это очень важно, потому что если будет отдельная строка, то там, наверное, еще можно будет выделить институты Академии наук. А если посмотреть на то, сколько тратится на институты Академии наук, то это примерно 10% от всех расходов на науку, которые... Это первое. Второе, тогда уже можно будет и легче оценивать долю расходов на науку в валовом внутреннем продукте. В прошлом году они, скорее всего, уже упали ниже 1%. Пока данные по ВВП есть, а по науке еще оценок нет. А ниже, потому что высокая инфляция плюс
экономический рост после ковидный, и валовый внутренний продукт в прошлом году достиг 139 триллионов рублей. Вот представить, что у нас на науку будет потрачено 1 390 000 000 000, я не могу. Наверняка намного меньше. Второй тоже очень важный вопрос. Вы, министерство, можете это сделать. Все-таки ликвидируйте эту научный сотрудник, научный работник. Сколько лет все это длится, и ничего. И при этом заведующий сектором, заведующий отделом и замдиректора – это не научные работники, это административный персонал. Вот министерство это может сделать, но почему-то до сих пор не сделано. И последнее опять пожелание, если что-то можно сделать. Я сейчас посмотреть на… Ну, во-первых, была ликвидирована в свое время и в науке в том числе единая сетка заработной платы по всей стране. И недаром вот в указах президента указывается в два раза выше, чем среднерегиональные, значит, доходы. Что, на мой взгляд, абсолютно не то, что неправильно, а нетерпимо. Потому что как во все времена, что младший научный сотрудник, что старше и так далее, независимо от того, работает он в Москве, там во Владивостоке или где-то, он получал соответствующую заработную плату. Сейчас это не так. Вот что-то и получается, что основная зарплата – это примерно четверть, треть того, что выплачивают научным сотрудникам, а 70% – это надбавки, которые разные в разных регионах. И для нас это, кроме всего прочего, это и большие, не просто неудобства, а большие потери. Ну, например, заболел 10 мая, значит, 23 дня в больнице, потом 16-14 дней там пост, ну и так далее, и так далее. То есть, начиная с мая, первый раз я обычные свои, значит, выплаты я получил 1 октября. Потому что сначала, да, я закончу. Сначала бюллетень, потом отпуск. Потому что надбавки, естественно, во время болезни и во время отпуска или там командировки не выплачиваются. Но это все, с одной стороны, мелочи, но с другой стороны, если вы хоть что-то сможете сделать, то я думаю, что все вам будут очень признательны. А так, спасибо. Награждается Семененко Ирина Станиславовна. Член-корреспондент РАН, доктор политических наук, заместитель директора по научной работе, руководитель Центра сравнительных социально-экономических и политических исследований Института. Награждается медалью «За вклад в реализацию государственной политики в области научно-технологического развития», «За значительные заслуги и вклад в развитие государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере научной деятельности и многолетний добросовестный труд». Коллеги, я хотела тоже присоединиться к благодарности и поддержать Георгия Ираклиевича в том, что у нас весь коллектив делает науку от директора до лаборанта, и в этом смысле нам действительно надо решать эту проблему. Но я хотела обратиться к министерству с этим вопросом, но я хотела поблагодарить и весь наш научный коллектив за радость научного общения, потому что наука делается вместе, в коллективе. Научные идеи рождаются у человека, а реализуем мы их вместе. Вся моя жизнь связана с институтом и с наукой в институте, поэтому хотел поблагодарить всех коллег за то, что мы вот так в разные времена, в трудные, в ковидные, во всякие, активнейшим образом взаимодействуем, и надеюсь, что у нас еще много творческих впереди прорывов. Спасибо. Награждается Соловьев Эдуард Геннадьевич. Кандидат политических наук, руководитель Центра постсоветских исследований и заведующий сектором теории политики Института, заместитель председателя профсоюзного комитета Института. Награждается медалью «За безупречный труд и отличие третьей степени», «За значительные заслуги и вклад в развитие государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере научной деятельности и многолетний добросовестный труд». Уважаемые коллеги,
Я могу сказать только одно, что это, наверное, оценка не только моего личного вклада в деятельность института, но и работы подразделений, в которых я, собственно, ну не просто работал, а, можно сказать, жил все эти последние десятилетия. Это сектор теории и политики, это вот сейчас Центр постсоветских исследований. И, конечно, мы все будем стараться соответствовать высоким требованиям и тому бренду ММО имени Примакова, ну, который известен во всем мире и который входит в число ведущих фабрик мысли мировых, не побоюсь этого слова. Спасибо еще раз за награду, но я расцениваю это как нашу общую победу. Уважаемые коллеги, еще раз всех поздравляю награжденных, благодарю весь коллектив института. Но, на мой взгляд, это обидно мало, поэтому давайте все-таки мы еще наградим коллег. Знаете, как говорит Валентина Ивановна Матвиенко, от скромности до безызвестности один шаг. Поэтому, Федор Генрихович, считайте это как задание учредителя, представить еще коллег для награждения. Меня всегда смущает, когда говорят квоты, но как можно квотировать заслуги в научной сфере. Поэтому все, кто достойны, давайте их наградим. То, что сказал Гиви Ираклиевич, это ну, действительно злободневные проблемы, над которыми министерство работает, и работает не первый год. Не все получается, потому что, как вы знаете, решение правительства – это баланс между интересами профильных министерств и министерства, распределяющего финансовые средства, и министерства, регулирующего экономику. Но мы работаем, и с вашей поддержкой будем больше стараться, чтобы хотя бы вот какую-то часть из обозначенных проблем решить. Спасибо.